Всем привет! С вами снова пользователь G4 Zewa. Сегодня 8 апреля. Пришел вот такой конверт. Я уже догадываюсь и знаю, что здесь. Это очередная посылка с сайта eBay. Заказывал очень давно, а точнее 23 февраля. Посылка шла практически полтора месяца. Это посылка из рубрики For Animals, для животных. Я заказывал лазерную каску, очередную лазерную каску. И вот, наконец-таки, она пришла. Ну вот, вы уже видели предыдущую мою распаковку. Поэтому ничего, в принципе, нового особенного. Сейчас давайте сразу ее просто проверим, ее работоспособность. И все. Кстати, заказывал синего цвета, вот такого вот, даже сказать, фиолетового. Вот. Посылка шла очень долго, приходилось несколько раз писать обращение продавцу, жаловаться на слишком долгую по европейским меркам доставку. Вот. Продавец уверял, что заказ был отправлен. Вот. Но я посмотрел, действительно отправлен он был 27-го, через несколько дней, 27 февраля. Ну, почему-то долго шла, кстати. Вот. Так, ну вот мы видим, фонарик работает. Лазер тем более. Отключим свет. Фонарик работает. Лазерная указка работает. Посылочкой доволен. Всего лишь 99 долларовых центов с бесплатной доставкой из Китая. Ссылочку под о продавце и товаре под видео, как и полагается. Всех благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналчик. До новых встреч. Пока-пока.